Приветствую, друзья! Продолжаем нашу серию видео о покупках на 11.11. И сегодня будет обзор на две посылки, которые пришли в один день, 24 ноября. Я их уже распаковала, как я уже неоднократно говорила, для того, чтобы отчитаться перед продавцом, что все дошло и все надлежащего качества. На тот момент снимать видео у меня не было возможности, поэтому снимаю сейчас уже по прошествии времени. Итак, посмотрим, что здесь. Здесь были вот такие вот инструменты. Сказать по правде, в принципе, я ими довольна. Ну, скажем так, не на 100%, на 99%. Так, сейчас я поближе, наверное, буду снимать. У меня резкость. По-моему, видно. Так, примерно на таком расстоянии. Из 4 штуки, значит, здесь, скажем так, маленькие шарики. Вот так вот. Да, то есть это... здесь ничего не написано, какого они размера. А, нет, здесь что-то такое. 0,4, 0,6, 0,7, 0,8, 1 сантиметр, 1,1 сантиметр, 1,5 и 1,7. Так, я думаю, что, наверное, вот это 0,4. С обратной стороны 0,6. Так, следующий 0,7. С обратной стороны... Нет, наверное, не так. Да, 0,7, 0,8, 1 сантиметр. И уже с обратной стороны 1,1. Кстати, они довольно сильно разнятся, хотя должны быть примерно в одном размере. 1,5. Это 1, это 1, это 1,5. И 1,7. Вот, я вам хочу сказать, что в принципе все головки довольно хорошего качества, довольно ровные, ну не сказать, что прям идеально отполированные, то есть там есть какие-то легкие неровности, но они, я думаю, не будут как-то влиять на работу, то есть все, кроме одной. Сейчас я дальше продолжу. Это у нас получается номер 06. Не знаю, будет ли видно, навряд ли, наверное. Буквально вот в верхней части, вот по окружности, есть прям очень хорошие такие заусенцы. Не знаю, будут ли они видны. Кручу медленно, чтобы присмотрелись, но... Не знаю, будет ли отображаться что-то. Вот, заусенцы довольно внушительные. Заусенцы довольно внушительные. И, знаете, выглядят они так, как будто это хромированное напыление на каком-то металлическом вот этом шарике. И это хромированное напыление легло неровно, а легло пузырями. Эти пузыри высохли и образовались такие вот заусенцы. Не знаю, стоит ли пробовать их убрать. Может быть, отполировать самостоятельно. Но это единственный шарик, который не удался. Остальные все очень хорошие. Ручки резиновые. Я не думаю, что это силикон, это скорее резина. Вот, причем
толщина и форма у всех разная. Я как бы этого не могу понять, но это мне не играет никакой роли. То есть вот здесь вот форма такая, видите, она как бы зауженными концами, и резина поверх, она тоже заужена и тонкая. Дальше вот этот, он в эту сторону заужается, в эту расширяется. Резина точно так же, то есть здесь она узенькая, здесь толстая, толстый слой. Ну, как бы они все такие, то есть здесь узкая резина, здесь толстая резина. Здесь узкая, здесь толстая резина. Но мне это не смущает, на ощупь по органолептическим свойствам, ощущениям, она очень хорошая, они не скользят, они прям прилипают к руке, очень хорошо сидят, не будут ерзать. Сама ручка на них не крутится, то есть сидит плотно. Они тяжелые, но при этом ими хорошо работать, то есть они не будут как-то выскальзывать, или, мне кажется, вообще прям идеально сидят в руке. Супер, покупкой довольна, ссылку на продавца оставлю. Кстати, тоже после покупки нашла такие же, чуть-чуть подороже, но они, кстати, отличаются. То есть они, у них ручки были другого цвета, такого более морского, какого-то темно-синего. Вот, и у продавца было меньше звезд, но раза в три больше отзывов на эти инструменты. Вот. Ну, в общем-то, инструментами я довольна. Здесь меня все устраивает, все супер. И вторая посылка, она была такая юморная. Я тоже удивилась, что они довольно быстро пришли. Так. Огромный пакет, а посылочка вот такая маленькая. Увидела их, по-моему, в обзоре канала... Нет, не Китай, Русь. Ну, в общем, что-то с Китаем. А, всякое разное с Китаем. Да, я его давно смотрю, увидела у него. Это вот такие вот... Ой, сейчас поближе сделаю. Ну, это такая шуточная покупка, но мне тоже для миниатюр. Это мухи, резиновые мухи. Сейчас достану одну, попробую поближе показать, если получится. В принципе, довольно хорошего качества. Так, как бы ее взять так. Они не на прессовках, то есть они просто так кладутся, держатся. Вот такая муха. У нее даже крылышки прозрачные. Вот. Их в упаковке 10 штук. Вот. В принципе, мухами я тоже довольна. Они обалденно суперские. Вот. То есть в этом плане покупками я довольна. И пришли быстро. И, в принципе, тут та же с мухами история, что и с тележкой. Вы могли видеть этот обзор чуть ранее. Они немножко больше, чем я рассчитывала, но, в принципе, и этими я довольна. Я найду, куда их деть. Вот, там еще были тараканы и, по-моему, пауки. Но тараканы были порядка 3 сантиметров, это для меня слишком. А пауки еще больше. Тоже мне как бы не нужно было такой размер. Если бы тараканчики были маленькие, то я бы еще и тараканчиков взяла. Вот. Такие покупочки. Обязательно подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео и любых обновлений на канале. И ставьте пальчики вверх или вниз, и не пропускайте новых видео. Пока-пока!